И о спорте. В Барнауле выяснили победителей краевого турнира по рукопашному бою памяти погибших сотрудников спецподразделений. На соревнованиях побывал Дмитрий Гладких. Сила воли, характер и стремление к победе. В чемпионате региона по рукопашному бою собрались не только представители силовых структур, но и бойцы, для которых эти соревнования стали первым серьезным вызовом в их спортивной карьере. В этих крупных состязаниях за 3 дня приняли участие больше 150 человек из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Заринска, Усть-Калманки. Старты в этом жестком виде спорта практически всегда проходят в неуступчивой борьбе. Часто не обходится и без помощи врачей. Бывают и небольшие травмы спортсменов, к сожалению. Всегда стараемся этого избежать, но не всегда получается. Уровень достаточно высокий. С 1 по 3 у нас несколько весовых категорий являются кандидатскими. С 1 по 3. То есть уровень сравнительно растет, что действительно нравится нам всем. Первый день соревнования прошли между действующими сотрудниками спецподразделений по приемам самообороны. Сотрудники, прошедшие сито отбора и получившие доступ, приняли участие во втором соревновательном дне уже в спаренных боях. В заключительный день турнира проявить себя могли все желающие. Для меня это очень интересно, потому что я первый раз выступаю по РБ. Вообще по кикбоксингу выступаю. Тут решил попробовать РБ. Очень интересно. Совсем другой уровень. Хорошие соперники. Тяжело боксировать. По итогам соревнований победители и призеры выполнили норматив кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. В общекомандном зачете победу одержала сборная Рубцовска. Второе место занял спортивный клуб «Альфа» из Барнаула. Третье – еще один барнаульский клуб «Топ-тим Сайбирия». Специальными призами отметили за лучшую технику Никиту Филиппова из Новоалтайска, Дмитрия Бабкина из Барнаула за волю к победе. Свои награды получили и представители Рубцовска. Алексей Краселинец был отмечен также в номинации «За волю к победе». Алексей Афанасьев за самый короткий бой. Свой поединок спортсмен завершил за 20 секунд. Дмитрий Гладких, Сергей Седых. Новости.